В Петрозаводске отметили важную и пока еще молодую дату – третью годовщину присвоения звания города воинской славы. 6 апреля 2015 года соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Церемония возложения цветов состоялась у мемориального комплекса «Вечный огонь». И теперь каждый год в карельской столице 6 апреля проходят праздничные торжественные мероприятия. Здесь собрались первые лица республики и города, общественники, кадеты и юнармейцы, а также обычные горожане. Наш Петрозаводск, как никто, как никакой город, наверное, достоин этого звания, потому что, по сути, вся история города, она связана с историей нашей страны, с военными событиями, победами. Мы с вами можем гордиться героической историей нашего города. Мы должны делать все для того, чтобы эта история укреплялась, чтобы о ней знали наши молодые поколения, наши дети. Это факт признания государством небывалых заслуг в деле Великой Победы петрозаводчан и всех жителей Республики Карелия. Это благодарность тем, кто в годы войны с оружием в руках отстаивал нашу свободу на полях сражений. Тем, кто, превозмогая голод и лишения, обеспечивал армию вооружением. Тем, кто спасал раненых. Объявляется минута молчания.